мы видим, что сильнее всего в плюс для вероятности участия действует проживание в кантри 17, то есть в Исландии. Если рассчитывать результирующий эффект, то мы должны взять константу и прибавить к ней значение коэффициента для людей, проживающих как раз в Исландии. Мы получим значение логита для людей с такими же характеристиками, как представители контрольной группы, но проживающих не в иных странах, а именно в Исландии. Таким образом, значение логита будет равно константа прибавить значение коэффициента. Логит теперь положительный. Очевидно, что баланс сместился в пользу P1. Ну и это не трудно рассчитать. Я еще взял экспоненту в степени 0,833 больше единицы. Действительно, в итоге P1 больше, чем P0. Мы таким образом констатируем, что если наши предикторы положительные, они сдвигают баланс в пользу единичного значения отклика. Если отрицательный, сдвигает баланс в пользу нулевого значения отклика. Возьмем, например, людей с теми же характеристиками, что и в контрольной группе, но проживающих не на ферме, а в небольшом городе. Мы должны опять-таки произвести сложение константы и коэффициента, экспоненту в степень возвести, и узнаем величины P0 и P1. P1 стало еще меньше, P0 стало еще больше. Важно отметить, что я говорю об изменении одной характеристики. Остальные остаются такими же. Это называется принцип при прочих равных. Он очень важен для понимания интерпретации роли каждого предиктора. Если мы возьмем одновременно несколько предикторов, мы по двум характеристикам отойдем от характеристик людей из контрольной группы.